Вы со всеми согласны? Да. Сколько вам обещали заплатить? Мне ничего не обещали. Я коммунист. Вы коммунист? Да. То есть вы бесплатно? Да, я бесплатно. Крик души. Так, еще один вопрос. Как вы относитесь к тому, что сама Буше обманул пожилого человека и не отдает долг до 2013 года? Я не знаю этого. Лично мне этот вопрос неизвестен. Ну как вы относитесь к нему вообще? Если я точно буду знать, тогда я вам дам ответ. Я просто это ничего не слышал. Давайте сейчас спросим, кому должен этот наш глава. Ну вот, идите узнайте, кому он должен. Давайте. Ну давайте, идите родите, Единой России задавайте. Еще один вопрос. Знаете, что Салам Бушиев избивал свою жену и бросил 4 детей? Нет, вот это мне точно неизвестно. Я знаю, что у него дети есть, и все. Вы в курсе, что он бросил 4 детей? Нет, не в курсе. Хорошо. Ну вы что, желтая пресса, что ли? Да. Ну тогда идите отсюда. Ну и Илья Калмыков. Все, идите. Илья Калмыков тоже главный директор. Он брать почитает? Он да. Мы вообще с ним говорили. Как он фамилия? А? Как фамилия? Мне? Да. Бомбы. Покажите. Я вам покажу. Вот. Где я вижу? Да, это я там интернет. Это ваш тут журналист ходит, Болдырев? Не ваш? А тут представится, что Илья Калмыкия. Нет такого? Он сейчас сразу ушел, как кто-то спросил, сразу ушел.